Всероссийский день ходьбы не прошел мимо Омска. Отметить этот молодой праздник, а ему всего 2 года, на улицу вышли сотни мечей. 3 километра прошли и в 5 районах области, и в региональном центре. Самый массовый старт в Омске на Зеленом острове. Моя коллега Екатерина Хлемязева вместе с остальными преодолела дистанцию и осталась довольна. Утром в субботу здесь собрались те, кому дома не сидится. Активные, спортивные и, независимо от возраста, молодые. Для многих ходьба и бег – увлечение всей жизни. Это спортивное, в том числе долголетие. Вот. Кто даст мне за 50? Никто не даст, и я не дам. Мы участвовали в марафоне в женском, в цветочном марафоне мы бегали. Уже есть опыт. А как малыш переносит? Ну, ей весело, но она даже может спать во время ходьбы или бега. На старте ни строгих судей, ни особых правил. Идти начали еще до команды «Марш». Это не гонка на время. Каждый проходит 3 километра в своем темпе. Участники прошли уже больше половины дистанции. Некоторые, правда, перешли на бег, но многие правила все-таки соблюдают. Здравствуйте, как настроение? Отлично. Все просто идеально. Вообще офигенно. Легко, хорошо. Замечательная погода, хорошее настроение. Кого-то на финише с гордостью встречают, кто-то сам себе судья. Проигравших здесь нет. Какое время показали? Сейчас. 21:32. Довольны? Да, нормально. Я бегаю. Но ходьба тоже как бы полезна. Для кого-то такие праздники – повод вырваться из скучных будней. Иногда вот в таком формате удается обсудить то, что в обычной текучке, в этом бешеном ритме жизни обсудить не успеваешь. Сегодня мы получили удовольствие просто от общения, от того, что мы все вместе. А после спортивных подвигов не мешает и подкрепиться. Горячий чай, гречневая каша для всех желающих прямо с полевой кухни. Настоящий завтрак чемпионов. Екатерина Хлемязева, Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.